Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня у нас на распаковочке будет вот такая вот кольцевая лампа. И кольцевая лампа не простая, а золотая, поскольку у нее есть функция ARGB. Приступим к распаковке. Сегодня придется по-варварски, поскольку я где-то похерил свой нож. Но это нам не помешает распаковать эту посылку. Да, вот, собственно, как-то вот так. Было бы с ножом, конечно, намного лучше. Да, что примечательно, такая кольцевая лампа подойдет для ТикТока. Ну и, в принципе, для распаковок тоже очень хорошо подойдет. Его можно также использовать как контровой свет. Так, вот он, собственно, такой в пупырку весь завернутый. Внутри должна быть сама, собственно, лампа и штатив к ней, который шел в комплекте. Да, собственно, вот такой вот свет продается, в принципе, отдельно, без штатива. Если у вас есть штатив, вы сможете заказать такой свет отдельно. То есть вот, собственно, все изображено. Посмотрим, что нам за штатив. Да, мне тут, я смотрю, даже подарочек положили. Я не помню, шло ли это в комплекте. Вот такие вот. Вот такая вот тренога. Обыкновенная, скажем так. Но мне пригодится в хозяйстве. Все сгодится. Так, пупырочку мы убираем. И да, вот, собственно, наш штатив. Именно такой штатив, который очень хорошо идет под свет. Да, собственно, это вот такая вот получается тренога. Вот таким вот макаром она устанавливается. Я надеюсь, видно. Ну или как-то вот так. И можно регулировать. Откручиваем всю вот эту лободу. Что нам тут старательные китайцы накрутили. И можно, в принципе, вытягивать на достаточно большую высоту. Так, ну, сейчас не об этом. Так, имейте просто в виду, что такой штатив в комплекте имеется. И вот так вот он аккуратно складывается и в сторонку убирается. Собственно, посмотрим, цела ли наша лампа, поскольку мне кажется, что ее топтали. Да, топтали, но не растоптали. Собственно, в комплекте идет вот такой вот держатель. Для телефона. У меня уже такое имеется от простого штатива. Еще один дополнительный держатель. Это у нас, скорее всего, все идет сюда. И одевается, собственно, в нашу кольцевую лампу. Сама кольцевая лампа питается от коннектора USB. Так, мне бы знать, что это такое. Да, это дополнительное крепление. Собственно, цепляете на сам штатив. Сюда можно, в принципе, телефон или еще что-нибудь, либо дополнительный свет прикрутить. Ну и вот такая вот лобуда, в принципе, тоже есть. Это я предполагаю, что как-то вот так должно идти. И вот эту херню на сам штатив можно надеть. Ну или либо на любой другой. Короче, много чего в комплекте. И получается вот эти вот ноги вроде бы как в подарок. Тут у нас резьба. Вот она. Это нижняя для штатива и... Собственно, сверху у нас тоже есть резьба для смартфона, что примечательно. На задней стороне есть такая фигня, как на картинах, да, то есть можете этот свет на гвоздь повесить, если вам это будет нужно. Да, собственно, сам контроллер, как он выглядит, его выколол и тому подобное. Да, как было написано в описании, там эту лампу можно запитывать от пауэрбанка. Тут-то мне и пригодится вот этот вот малыш. Жаль, что он у меня в данный момент не с собой. Его еще мне предстоит найти. Да, собственно, вот так это мы все одеваем. Так, вот таким вот макаром. И вот таким вот макаром, в принципе, этот кольцевой свет вы можете использовать для своих, скажем так, тиктоков. Ну или тому подобное. В принципе, им можно подсвечать что угодно. И что самое главное, он имеет ARGB спектр цветов. Да, вот, собственно, вот такая вот универсальная кольцевая лампа нам поступила сегодня. Что очень порадовало, что это ARGB, в принципе, я такую и искал, и могу ей пользоваться как вспомогательным светом, который, как вы видите, сейчас освещает. Можем взять пультик и пощелкать, собственно, цвета. То есть, как видите, я его использую как контровой свет. Кстати, пиши в комментариях, называется ли это контровым светом. Возможно, все это время я это делал неправильно, называл это. Но вот таким вот образом это все можно подсвечивать и брать в любое место. И еще подключаться с помощью пауэрбанка, а не через розетку. То есть, можно и через розетку. Для этого вам нужен простой зарядный блок. И, то есть, использовать ее можно как простую лампу. Вот таким вот образом. То есть мягкий свет и средней мягкости, собственно, ARGB. Да, что самое удивительное, я думал, что буду использовать кольцевой свет для, скажем так, тиктоков. Кстати, заходи на мой тикток. Но, как оказалось, мне эта лампа более полезна как ARGB контровой свет. Ну, а также есть возможность использовать ее как нормальную кольцевую лампу вместе с телефоном. Да, собственно, все, что хотел сказать, я сказал. Если что-то забыл упомянуть, пиши, как всегда, в комментариях. Ну, а с тобой был дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.